Готово. Хорошо. Я хочу спросить, сделать запрос Амиру. Амир, выйди, пожалуйста, на связь. Я на связи, мой друг. Приветствую тебя, мой друг. Я хотел спросить, будет ли у тебя сегодня будет ли у тебя время сегодня слетать на Плеяды? Или в другой раз, когда тебе удобно? Замечательное предложение. Свяжись со мной, как будешь готов. Хорошо, мы где-то через 1,5-2 часа освободимся, я сразу выйду на тебя на связь, с тобой на связь. Благодарю тебя, мой друг. До скорых встреч. Я на месте. Отлично. Хорошо, я делаю запрос Амиру. Амир, пожалуйста, выйди на связь. Я на связи, мой друг. Приветствую тебя, мой друг. Мы закончили. Мы можем лететь? Или как правильно сказать? Вам нужно переместиться, ваш корабль, расформировать комнату диагностики, и вы свободны идти. Хорошо, сейчас так и сделаем. И, Верочка, хорошо, перемещаемся в наш корабль и переходим к расформированию нашей комнаты диагностики. Сними с меня защиту. Снимаю с Веры защиту. 1, 2, 3. Открывается воронка в галактической ядро. Эта оболочка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готов. Отлично. Хорошо. Амир, мы готовы. А сейчас вы можете видеть перед собой огромный корабль. Я открою отсек. Туда залетать. Да, вы можете перемещаться. Хорошо, Вера. Видишь корабль? Да, он прямо перед нами. Большой? Да, очень. Хорошо, перемещаемся в корабль, к этому отсеку, который Амир откроет для нас. У него несколько отсеков. Один сбоку для размера нашего корабля. Есть еще отсек сзади, но он очень большой. Видимо, у них еще больше корабли, нашего корабля, который заходит в этот большой. У нас вообще манюнечка. Мы внутри. Замечательно, мы на месте. Выходим? Да, добро пожаловать. Выходим из корабля. Приветствуем тебя, дорогой мой друг Амир. Я очень рад, наконец, опять с тобой встретиться. Мой помощник встретит вас в этом отсеке и проведет ко мне. Отлично. В нос корабля, чтобы вы могли видеть перемещение. Очень интересно. Мне бы это очень хотелось посмотреть. Кто подошел, Вера? Помощник. Приветствуем помощника. У меня светящееся какое-то внутри излучение, голубые глаза. Класс. Что-то похожее на волосы. Белые, длинные. Девушка. Я не знаю, нет, наверное, мужская энергия. Хорошо. Но он нас ведет. Мы идем за ним. Неужели такой большой корабль? Там долго ходить надо. Мы на месте. Отлично. Хорошо. Мы в кабине капитана, да? Но это не кабина, это больше место такое очень большое. Полукруглое. Полуовальное. Я вижу полукруглое, да. Но оно вытянутое, больше овал напоминает. Хороший у тебя корабль, Амир. На плохих невозможно передвигаться в наших областностях. Абсолютно верно. Мы знаем единственное, что на Земле, что влияют передовые технологии именно по кораблям. Поэтому, возможно, мы видим сейчас одно из последних, что есть на Плеядах. Это самое современное. Да, можно и так сказать. Амир, а как мы будем передвигаться? Мы летим по прямой или мы летим через порталы? Никто не летает по прямой. Для этого нужны порталы. Ну как не летать? Иначе вы будете лететь. Как на Земле. 4 человеческой жизни. Я о чем говорю, конечно, да. Амир, перед тем, как мы полетим, скажи, пожалуйста, откуда моя душа из 7 сестер? Мы уже летим. Мы уже летим? Твоя Вера, душа со звезды Майя. Майя. Вера, что ты видишь? Приготовьтесь, мы заходим в портал. Вера, опиши. Я ничего не вижу. Черная, чернота. Сейчас мы вышли в пространство какое-то. Здесь много звезд и тумана. Ну, совсем другие звезды, которые ты знаешь наверняка, да? Ну, я их как точки вижу. Голубоватое свечение от многих. Добро пожаловать. Мы уже на месте?
в орбитальное пространство созвездия Плеяд. Благодарю тебя, дорогой мой друг. Это ж какое расстояние мы сейчас преодолели по нашим меркам? 135 пиксек. Вот такими мерами измерения вы работаете, конечно, безусловно. Нет, это ваше измерение для вашей... Но это сотни миллионов. Для вашего объяснения. Да. Я уже сказал, это около... По времени это больше 4 жизней. Жизни человека. Амир, куда мы полетим? Спрашивай, что тебе интересно. Мне интересно, во-первых, встретиться с кем-нибудь, кто меня знал на моей родной планете. У меня там нет, друзья. Встречи не предполагают в нашем путешествии. Хорошо. Мы не будем выходить. Но у меня есть друзья на Плеядах. Помнит меня там кто-то? Или я давно там не был? Никто не сидит на Плеядах, так же, как ты. Все заняты воплощением в разных объектах и получением знаний. Несомненно, остались души, которые проходят восстановление после воплощений. Хорошо. Амир, а может, расскажешь чуть-чуть о Плеядах? Ту информацию, задавай вопросы. Ну, хорошо. Меня интересует, во-первых, вот это вот воспоминание у меня, которое идет, когда я летел на корабле и находился с 4 или 5, по-моему, девушки там были. У всех у нас печати Плеяд были на груди. И ты говорил еще тогда, я у тебя спрашивал, ты сказал, как недавно это было. Эти вопросы ты мог задать мне в твоей комнате диагностики. Ну, хорошо, хорошо, это не так, в принципе, и важно. Ты прав. Ну, я не знаю, ну что можно спросить у тебя, Плеяд? Спускаться мы не можем туда, опуститься, да? Мы можем подлететь ближе. Давай поближе подлетим. Что можно там увидеть? Объясни мне хотя бы, что важно увидеть. У самых больших звезд есть свои туманности. Они очень важны для нас, они действуют как наша защита. Подожди, вы для защиты используете энергию туманностей, не защиту Плеяд, саму энергию? Я понимаю, у вас другой биоробот. Защита Плеяд, конечно, существует. Но чтобы защитить энергию Плеяд, мы выставляем туманности, которые состоят из определенных структур, вибраций, энергии. Защитный слой. И электронов, да. Понятно. Это для того, чтобы паразитарные такие цивилизации не долетели до вас и всякие другие темные. Да, которые хотели бы иметь энергию Плеяд для своих целей. Да, да. Я думаю, что я с такими цивилизациями наверняка еще не встречался, с которыми и вы встречаетесь. Конечно, там, безусловно, нужна серьезная защита, конечно. Сейчас я подумаю, что я еще... А, еще у меня есть один вопрос. Объясни, пожалуйста, Амир, у меня такой вопрос. У нас на Земле очень много информации, очень много разной, очень много лжи, очень много правдивой информации, но все это перемешано в такую кашу, что не каждый не может понять. Не каждый может понять и разобраться. На Земле очень часто используется имя плеядианца Аштара Шарана. Шаран, по-моему, если я не ошибаюсь. Можешь ли ты от себя добавить, он действительно прилетает на Землю или это люди общаются с рептилоидами? Прости меня, пожалуйста, за такой вопрос, потому что я не понимаю вопрос. Ты плеядианец, проживающий на Земле. Да. Что здесь удивительного? Ты встречаешься со мной. Я не пересекаю матрицы Земли, но нахожусь в галактике. У нас много представителей на планете Земля. Просто о нем больше всего говорят, и что он якобы является командиром какого-то флота. Я поэтому просто поинтересовался, он передается какая-то информация. Но я не знаю, это правдивая информация или нет, я своему сердцу, в принципе, доверяю, но некоторые нюансы меня немножко беспокоят, потому что там очень многое от себя добавляется. Вы не забывайте, что кто-то интерпретирует так же, как мои телепатические знания, сейчас интерпретируете вы. Но если бы мы что-то неправильно интерпретировали, ты бы нас уже поправил, надеюсь. Я пока не услышала вопрос, который нужно поправлять. Хорошо, хорошо, Амир. Ну, в принципе, вот это я хотел спросить за Аштара Шарана. Если ты говоришь, что многие работают, то, в принципе, здесь нечего больше рассуждать.
А можешь еще рассказать о технологиях космических кораблей, то, что можно мне знать? Я себя чувствую очень как-то близко с этой темой. Вижу. Что конкретно тебя интересует? Мы можем пересечь туманность, приготовьтесь. Давай. И зайти в энергии Плеяд. Хорошо, готовы. Пройдя эту защиту, ты можешь увидеть разные корабли, пересекающиеся с одной звезды на другую. На самом деле звезд намного больше, чем вы видите. Звезды яркие, бело-голубые, имеют огромную массу. Некоторые из них ярче Солнца во много раз. Я думаю, наши знания о Вселенной, безусловно, очень ограничены. Нам один раз сказал куратор Сатурна, что у нас более 100 спутников, только вы их не видите. Точно так же, наверняка, мы не видим эти звезды, о которых ты сейчас говоришь, да? Совершенно верно. Я бы хотела рассказать немного о кораблях, пересекающих, передвигающихся со звезды на звезду. Пожалуйста. Цивилизация плеядианцев — это миролюбивые и добрые создания энергии. Но мы тоже пережили нападение в прошлом, поэтому мы решили создать свой флот и защищать свое пространство. Скопление Плеяд больше 115 миллионов лет. И в какой-то момент звезды гасли и разрушались. Такая уж очередь звезд. Поэтому мы создали корабли, которые могут пересекать большие пространства в поисках новых объектов обитания, куда бы мы могли переселиться в случае катастрофы наших звезд и места обитания. Так начали создаваться корабли для дальних перелетов и перемещений, включая другие галактики. Ты говорил, я участвовал в этом процессе? Каком в этом? С кораблями. Я принимал какое-то участие в разработке этих кораблей. Я себя чувствую просто очень близко с этой темой. Как-то, я не знаю, мне это все родное очень. На генетическом, ты знаешь, я не все помню. Вы много говорите про корни, но никогда не задумывайтесь, что твои корни идут на Плеяды. Я же там тоже чем-то занимался. Совершенно верно. Это я и пытаюсь вернуть в твоей памяти. Твоя ДНК — это и есть твои хроники Акаши, в которых записано все с самого начала происхождения и до сегодняшнего дня, включая все твои знания жизни и таланты. Понятно. А мира корабли Плеяд посещает Землю? Или они не входят вообще в матрицу? Посещают, но не такие размеры, как корабль, на котором мы находимся сейчас. Понятно. Гораздо меньше. Меньше. Но на физическом плане или на астральном плане, или как мне это себе представить? Я слышал, существует возможность физического путешествия на кораблях. Это правда? Для кого? Для нас или для вас? Для нас, конечно. Ну вот я бы, не знаю, я бы как на физическом уровне, я бы смог выжить на твоем корабле? Или меня давление бы раздавило бы уже в моем физическом биороботе? Наши технологии других цивилизаций развиты до определенного уровня, где мы можем создавать условия для разных биороботов, а также переделывать, лечить и изменять ваши биороботы. Да, о, это возможно на сегодняшний день. Хорошо. Я надеюсь, если такая возможность представится, можно напроситься. Если нет, тоже не страшно. Я прошу тебя прощения. Я знаю, что многое... Если ты заметил, я сказал о разных цивилизаций. Да. Это не только плеядианцы, это также вражеские цивилизации, настроенные негативно. Я их вижу из своего окна здесь, Амир. Кстати, эти очки, которые я получил, это мне Плеяды дали? Да, это наши разработки. И это... Я хочу поблагодарить тебя за этот подарок. Наш это... подарок. Замечательно. Этим разработка много лет. Отлично работает, шикарно все вижу.
прямо вот углы захвата, формы вижу, передвижение вижу. Единственное, что у меня пока не получается получить команду свой-чужой, иногда я путаю. Мне я надо... бы хотел, чтобы ты расслабился и получил энергию, влияет прямо из родного дома. Готов. У меня сейчас жар начинает бросать. Мне эти энергии очень приятны, я чувствую их. Тебе лучше присесть. Я сижу. Направь свой взгляд, иллюминаторы наших окон, и почувствуй, как энергии плеяд входят в каждую твою клеточку. Они просачиваются отовсюду. Мало того, они аккумулируются между основными звездами, создавая баланс и защиту для плеядянцев. Наполнись этими энергиями. Мир, это совсем другие ощущения, чем та заправка энергиями плеяд, которую я на Земле делаю. Здесь оно более интенсивно. Как-то совершенно вот... верно. Здесь связаны энергии звезд. Каждая звезда имеет свое предназначение и распределена по ресурсам и деятельности. Здесь же они все аккумулированы и сбалансированы. У меня такое ощущение, что я растворился в чем-то родном сейчас. Отлично. Ты можешь почувствовать это как заряд энергии, искрами или электрическими небольшими разрядами. Да, есть. Небольшие... Это значит, ты вспоминаешь в своей памяти, находишь ответы про каждую звезду. Так я их это знал. Географическая расположенность плюс, как я уже сказал, каждая звезда занимается своим и ответственна за свое определенное действие. Есть только гуманитарные направления, а есть те, на которых производят и конструктируют корабли. Военные. Военные и исследовательские. Это мне ближе, это мне роднее чувствуется. Амир, я себя чувствую великолепно с этими энергиями. Я просто растворился сейчас, даже своего тела не чувствую. Прекрасно. Как-то оно стало безграничным. А эти звезды, о которых ты говорил, у меня такое ощущение, что я их все знал по именам когда-то. Это твои корни. На этой ноте и на этом ощущении я предлагаю вернуться. Благодарю тебя, Амир, за эту экскурсию. А мы можем увидеть все полностью со стороны созвездия Плеяд, все семь сестер, когда мы отлетим? Как я уже сказал, вы представляете, что их семь. Это самые яркие. Вы видите шесть. Да. Седьмая, она менее яркая. Но самая яркая звезда состоит из трех звезд. Вы же видите всего одну, которая сливается. Сливается, конечно. Одна может за другой находиться или рядом находиться. И с нашей техникой мы, конечно, это не увидим. Еще один вопрос, Амир. Скажи, пожалуйста, правда, что на Плеядах есть совет старейшин? Совет старейшин – это знание. Это знание, это не люди в нашем понимании, то есть не души, да, а именно знания. Вы не понимаете, что знания могут находиться в разной мерности, я бы сказал. Да. Знания могут быть в виде видеоплат, записанных с конкретной душой, вот. Несущих информацию. Вот как оно действует. Приготовьтесь, мы переходим в зону туманности и заходим в канал, который переместит нас на место, откуда мы стартовали. Готовы? Я не знаю, почему... Время сказать «до свидания». Я ощущаю это движение сейчас, не знаю почему, но такое ощущение, что я чувствую, что я двигаюсь. Амир, я с тобой никогда не прощаюсь, мы всегда на связи, дорогой я друг. Я говорю про Плеяды. Про мы Плеяды. Мы заходим в канал. Посылаем нашу искреннюю, мою искреннюю энергию благодарности Плеядам, моим родным Плеядам. Прекрасно. Это было сделано для определенного баланса. Я расскажу, пока мы летим. Как я уже сказала, энергии, которые аккумулируются между звездами, живые.
несут свою информацию на телепатическом уровне. Также ты, когда получаешь энергии плеяд, ты им отдаешь свои искры и понимание вместе с любовью. Как я могу эти энергии использовать? Поэтому происходит обмен, а не только поглощение. Понял. Я сейчас увидел, что-то приходит и что-то я от себя отдаю. Вот этот процесс энергообмена идет или контакта, как это лучше назвать, в обе стороны. Абсолютно верно. Ну, значит, я правильные слова подобрал, да. Мы на месте. Амир, я благодарю тебя сердечно за эту экскурсию. Я хоть рядом побывал со своим родным домом, откуда моя душа 50 тысяч лет назад вышла. Благодарю тебя, что не испугался и доверился своей душе. Очень рад был этой встрече и быть полезным для плеядианца. Благодарю тебя, Амир, сердечно со своей стороны за это, за этот подарок. И если вдруг, я просто скажу, у тебя там новые очки какие-нибудь появятся, и надо будет их испытать, я предлагаю свою персону для того, для этих испытаний. Пожалуйста, я с удовольствием рад любым технологиям, которые мне помогут в нашей работе с Верой, для защиты и просто для работы. Ты сам лучше знаешь, что мне нужно. Я подумаю, благодарю что тебя, может мой друг. Помочь тебе в матрице Земли, не навредив. И не навредив, безусловно. Это первое правило. И не знаю, больше слов нет, Амир. Благодарю тебя сердечно за эту экскурсию. Если еще раз, еще от меня два слова. Если вдруг предоставится такая возможность на физическом плане, когда бы это ни было, я с удовольствием рад был бы такой возможности получить. Если я, конечно, заслужу когда-нибудь. Прекрасное пожелание. Но пока об этом разговора нет. Я не могу обещать. Амир, я не прошу никаких обещаний. Я просто выразил свое пожелание в слабой надежде, что это вообще реально. Если это нереально, я принимаю любое решение с благодарностью. Так как это в любом случае для общего блага, то есть чтобы никому не навредить. Я все прекрасно понимаю. Благодарю вас за интерес к плеядам и посещение нашего скопления. Мой помощник проводит вас надеюсь, не к вашему последний. Кораблю. Благодарю тебя. До новых встреч. Всего доброго тебе. По кораблю идем, Вера? Да, мы возвращаемся. Рассинхронизируй меня с ним. Ира, рассинхронизируйся на счет 3. 1, 2, 3. Да, мы в корабле в наш. Отлично. Благодарим помощницу. Ждем, пока нам откроют люк. Готово. Вышли, да? Да, мы вылетели. Замечательно. Большой корабль, Вер, действительно такой? Сколько метров приблизительно? Не знаю. Метров, наверное, 100. Метров 100. Ну, большой, да, конечно. Можно возвращаться. Отлично. И на счет 3 возвращаемся в нейтральную зону Млечного Пути. 1, 2, 3. Полетели. Мы пролетаем уровень, где Ли. Ли? Отлично. Да. Приветствуем Ли. Виделись уже сегодня. Да. Поздравляю с посещением. Благодарю тебя, дорогая Ли. Это, конечно, ощущение непередаваемое. Я его на физическом плане чувствую сейчас так интенсивно. На Земле такое невозможно. До сегодняшнего момента я не испытывал родные энергии. Прекрасное наполнение. Если будет возможность завтра приходить ко мне. С удовольствием. Благодарю тебя за приглашение. Возвращайтесь. Отлично. И полетели, Верочка. Она еще говорит, не смею задерживать. Ты нас никогда не задержишь. Мы всегда рады общению с тобой, дорогой друг Ли. На месте. Отлично. Выходим из корабля. У тебя определенные мерцания появились вокруг тел. Но не мерцания такие, как искорки вокруг. Да, я что-то чувствую такое похожее. Как она, подожди, молнии, да? Как... Искры. Искры. Отлично. Хорошо. И отключайся от моего биоробота.